Ой, это будет весело, поверьте вы мне. Ты продал Фурио? Она получит реально бан. Выбей Аркаду или бан. Стричь, знала, или бан. Все, все, все. Она сейчас будет стричься? Это Габелла. Нет, нет. Здорово всем, ребята, Кентура на проводе. И прямо сегодня я затроллю стримершу прямо у нее на стриме. А именно, я притворюсь дедушкой Морозом и продам весь ее аккаунт. И мы посмотрим на реакцию. И поверьте мне, это будет очень весело, потому что эта стримерша — это Анетка. Поппи конфетка! Урарочка, все, ребяточки. Ну а вы, мои подписчики, прямо сейчас прожмите лайк и напишите любой хороший комментарий, чтобы получить бесплатно БП. Ну что же, погнали! Ну че, почему читать этот донат? Привет, красотка, ты себя очень плохо вела в этом году. Поэтому я тебя накажу. И да, я существую. А знаете, как я накажу? Я зайду на ее аккаунт и чики-помпони сделаю там все, что я захочу. Кидай мне донат. Вуаля, донатик мы отправили этой малышечке. Так, а где мой донат? Эй, пацаны, нас что, заскамили? Where is my donation? Мой донат. Я тебе покажу, накажу, и да, я существую. Дедушка Мороз. Самый главный прикол в том, что Анетка — это моя девушка, и она сидит в соседней комнате. То есть, просто представьте, я буквально через одну стенку притворился Дед Морозом, и сейчас буду троллить. Начинать. План скам. Ну а мы, ребята, прямо сейчас впервые заходим на ее аккаунт. Погнали! О-о, я зашел. Давайте напишу. Это Дед Мороз. Плюс я меняю аватарочку на, давайте на какую-то такую новогоднюю. Ну, например, на вот этого челика. И знаете, что мы сделаем? Давайте для начала, так сказать, ее немножко затроллим. И просто купим на ее инвентарь очень много разных комонок. Я куплю их, давайте, 100 штук по 3 голдишки. Все, 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 все. И идеально. И давайте, чтобы было еще более трешово, давайте я переименую ее клан. Я завис, прикиньте. Ладно, все, ребята. Походу, больше я ничего пока что на ее аккаунте делать не буду. Просто поменял ник и купил комонки. Погнали смотреть на ее реакцию. Это Дед Мороз? Я вроде такого ника не было. Ребят, сейчас она... Я ставила такой разве ник? У меня опять все, мне все лагает, ребята. Вы поняли, в чем прикол? Из-за того, что у Нетки в инвентаре слишком много разных предметов. Видите, очень много. Она даже может не увидеть то, что я купил комонки. Так. Это что? Я же думала, она не зайдет. Меня кто-то взламывает? Зачем? Она что, заплакала? Я и так не могу избавиться от своих комонок, от комонок. Кто меня взламывает? Пацаны, сейчас схожу на аккаунт и напишу: это я, Дед Мороз. Это я, Дед Мороз. И давайте опять поменяем аватарку на вот этого челика. На вот этого челика. Имба. И давайте, чтобы она сейчас точно сразу заметила. Я куплю ей. Вот просто рандомный скин. Вот просто давайте сейчас зайду и куплю рандомный скин. Акриднос флоу. Покупаем. Так, давайте сейчас еще. Давайте вот эту лампу куплю. Аладдина. О, и давайте кунай куплю. Имба. Просто, ребята, посмотрите на ее инвентарь. Сейчас она по-любому что-то заметит. И давайте сейчас так, ради интереса, я еще и куплю ей 2 скорпион кассика. Раз, 2. Давайте даже 3. 3. Имба! Чикните инвентарь. И давайте, чтобы было еще веселее, я сейчас попродаю-то какие-то арканочки с ее инвентаря. Вот инвентарь. И давайте я прям сейчас что-то продам за 0.3. Например, АВМ стикер бомб, сколько он стоит? 305 голдишки, это прям вот жестко. И на нем целых 4 наклейки. И я продаю за 0.03. Надеюсь, она меня не прибьет. Давайте я прямо сейчас продам вот какой-то другой скин. АВМ Дрэгон, АВИК продам. Продам за 1 голду. Все, Нетка, салам алейкум. Салам алейкум. Ну и П-350 Фуры Спирит, как будто сам напрашивается, чтобы я ее продала. Сколько он стоит? 350 голдишки! Тоже, ребята, продаем за 0.03. Вот сейчас она по-любому поймет, кто же такой Дед Мороз. Все, мужики, погнали выходить с аккаунта и смотреть на ее реакцию. Лагает. Ну, бывает, ну с кем не бывает. Все хорошо, ребят, у вас тоже лагает стендов? Напишите. Не, ну вообще, если без дрова, тоже подлагает, моя Леха. Да, это из-за обновы. Конечно. Ой, пацаны, сейчас челюха вылетит. Да вылет от челюхи. 3, 2, 1. Это я, Дед Мороз?
Дед Мороз. Ты подарочек принес? Ой, ща будет подарок, малышка. У меня скорпион появился и ножичек. Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо. Она говорит спасибо Деду Морозу. Я свои скины продал. А у меня ж было 1400 голды. Она забыла, сколько у меня было голды. У меня ж было, да, 1400 было, голды? Было, было, моя ты маленькая, было. Сейчас я про... А ну, ой, спали, сейчас спали. Дедушка Мороз! Прости меня, пожалуйста, я твою жабку на помойке украла. Я ее верну, Дедушка Мороз. Я ее верну, я ее сейчас найду. Что это было? Она говорит, что вернет какую-то новогоднюю шапку. Моя шапка! Извини меня, пожалуйста, я ее украла. Просто прикиньте, она думает то, что это из-за того, что она взяла шапку Деда Мороза. Анетка-то серьезно? Тебе уже, блин, 20 с лишним лет, и ты веришь в Деда Мороза? Я в шоке. Мужики, а вы-то верите в Деда Мороза? Напишите комментарии. Я была сильно непослушная, да? Да, поэтому Анетка. Ты решил надо мной так пошутить? Блин, это скорпион, который стоит 150 голдов. Опа! Опа! Минус 150 голды! Слушай, я вот подумал, а давайте дадим челлендж. Выбей нож с 5 попыток, или я продам весь твой инвентарь! Она еще не видела даже историю продаж. Ну а походу и не видит. Анетка очень расстроилась. Ну ничего, ребят, ща мы ей настроение еще подпортим. Ну а потом в конце я буду ждать подарок. Ну я же не жестокий человек, ну чего там, мужики? Она зашла в историю продаж! Это Абелла! А? Анетка, ты че не поняла? Тебя Дед Мороз ломанул! Что ты продал Фурио? Я говорю сразу, я ей все отдам, не переживайте, почему я ей все. Ой-ой-ой-ой. Ты вообще вот от твоей скины, это мой любимый скин был. Давайте заходим на аккаунт, я сделаю ник. Чей какой ник сделал? Выбей Аркану или бан. Интересно, она поймет или нет? И погнали, прямо сейчас на ее голдишко мы прикупим 5 фейбл кассиков. Ну и посмотрим, как же сильно Анетке повезет. О, слушай, знаешь, что я придумал? У Анетки же по-любому есть какие-то дорогие, крутые арканы. А что, если я прямо сейчас запрячу эти арканы на рынке? Великолепный план, Уолтер. Вот, например, АКРТ, Хастатрек я запрячу на рынке за 99 999. Все, запрятал. Анетка по-любому меня не спалит. Теперь я выхожу с ее аккаунта и погнали смотреть, какая там у нее будет реакция. Ребята, я думаю, понимаете, чтобы снимать подобные видеоролики, мне надо очень много голдишки, потому что за такие пранки потом будут в зубах промежутки, потом надо давать голдишку. Где же я беру? Ответ крайне прост. Конечно же, на болдропчике. Там добавили новый ивент, который ты можешь получить бесплатно, арканы. И помимо этого добавили новую коллекцию новогодних кассиков, но, братишка, обязательно открывай и получай топовый дроп. А сверху на башкой это есть секретное слово, по которому ты заберешь свой приз. Вводи его и забирай свой подарок. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Смотри, мои сладкие, смотри. Так что, если что-то случилось с моим аккаунтом, если ничего не случилось, не переживай, все нормально. Опа, чекайте, она спалила. Выбей аркану или бана! В смысле? 5 фейблов? Ну нормально. Ты куда тратишь мою алду? Какая алда, дорогулечки, ты моя? Мы еще твой аккаунт ломанем, я как Дедушка Мороз. Я еще твой аккаунт ломану, и вообще у тебя не будет ничего, поняла? Я тебя жду. С бородой попрощайся, хорошо? Короче, мужики, что-то Анетка сильно злая, я прилаю, давайте так. Может, не будем говорить, что это пранк, то мне что-то страшно. Так, ну че, смотрим, что же ей подарит. Аркана! Уже 20 мастерфола! Дедушка Мороз, извини, я пошутила. Бан мне не надо давать. Подожди, подожди. Ну, разработчики, ну, пожалуйста, ко мне пришел Дедушка Мороз, и сейчас я могу получить бан, если не выбью аркану. Абра-кадабра! Урод попадабра. Аркана для Деда Мороза, попадай-ка! Ой, мужики, ну что вы, как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Конечно же, и аркана по-любому не выпадет. Ну, я прям в этом уверен. И мы прям сейчас зайдем на аккаунт и будем делать все, что мы захотим. Посмотри на выражение лица. О, легендарка выпала. Обалдеть, повезло, вот это лакерша. Все, может, ей план такой. Короче, в этом видео, наверное, я не буду ей говорить, что это был пранк, потому что она слишком злая. А, она открыла уже 5 кассиков и ничего не выпала. Все, мужики, погнали на ее аккаунт.
Все, мужики, давайте я ей напишу. Жди. Бам! Бам! И прямо сейчас я зайду в союзники. Я испорчу ей ранг. Ее забанят. Да, я жесткий. Да, это жестко. Ну, мужики, извините меня. Я потом, если что, ей помогу, я ее пропущу. Все, заходим в союзнички. И потом я просто возьму и выйду. Просто прикинь, какая у нее будет реакция. Она получит реально бам! Блин, прикинь, Дедушка Мороз-разработчик. Это я. Все, заходим на аккаунт и... Сенстоун, быстрее, прогружайся. Найсик. А теперь я выхожу. Ой, это будет весело, поверьте вы мне. Слушай, может еще бы меме запуститься помимо союзников. Все, смотрите, мы были включены из рейтинговых игр. Так, ну ладно, а давайте-ка я прямо сейчас пойду полный разнос. И я продам ее нож. Не, это прям вот жестко, но я это сделал. Я продам нож, потом, конечно же, я ей все верну. Вы там, ребят, вы же не переживайте. Ну я же нормальный человек, вы че? Все, мужики, вот ее аккаунт. И я прям сейчас продам ее нож. Так, давайте посмотрим. Давайте вот кунай призм. Я его купил, я его и продам за 0.03. Анетка, попрощайся с своим ножичком. Пока. Пока-пока. Давайте пишу, жди бан. Все, продаю инвентарь. Интересно, она поймет или нет, что я продаю инвентарь. Давайте крафтик бахнем. Легендарок. Да ты шо? Знала бы Анетка, что я творю с ее аккаунтом. Фух, мужики, ну я не знаю. Или все-таки скажем ей, что я ее пранканул. Я не знаю, я просто боюсь реакции, мне кажется, она очень сильно разозлится. Ну ладно, сейчас будем действовать по ситуации. Сейчас давайте я на ее аккаунте поделаю крафты. Так, крафтим скинчик и... Ой, какие скины-то выпадают, как римба. Так, и давайте мы сейчас сделаем еще один последний, так сказать, завершающий крафт. Я даже сделал крафт скином с наклейками. Все, я продал нож, я сделал крафты. Я выхожу с ее аккаунта и погнали к ней на стрим. Короче, мужики, смотрите, что я придумал. Вот она, это переписывалась с каким-то челом. Давайте я напишу. Анетка стригись налысо или бан. Да блин, дай сообщение отправлю. Стригись налысо или бан. Все. То есть я только что продал ее ножи, сделал крафт и написал сообщение. Анетка стригись налысо или бан. Если она зайдет в личное сообщение, это будет полный разнос. Заходит. Знаете, я удивлен, почему она еще пароль не поменяла. Анетка, ты чем пароль не поменяла? Надо пароль менять. Братва, если у кого-то из вас будет похожая ситуация, сразу меняйте пароль. Давай! Че ж, какой еще сюрпризик, а? Жги бан, продам инвентарь. О, какая ты умная у меня девочка. О, она зашла в личку. Чекайте. Анетка стресналась или бан. Сейчас будет просто лютый трэш. Это же бред, это какой-то бред. О, увидела. Я продал нож. Ты куда нож? Блин, как же это жестко, мужики. Плохо. Она что, упала на колени? Она в сознание... Ютуб, все хорошо. Ютуб это все игра актеров театра. Все нормально. Она просто лежит и отдыхает. Все нормально с ней. Смотри, она улыбается. Ну как улыбается? Что ты еще сделал, а? Шляпа такая. Дед Морозная вонючая. Слышь, ты шляпа. Это твоя шляпа, Дед Морозная. Так, а ну-ка. За то, что ты продал мой нож. Ой! Блин, это трэш! Она тапок еще кинула! Анетка, стригись на лысо или бан? В смысле, за что бан? Это за то, что я твою бороду... За то, что я твою бороду обосрала, что она уродная. Она что, она сейчас будет стричься на... Она сейчас будет стричься? Не, ребята, пранк зашел слишком далеко. Вот этой? Нет. Анетка, не надо! Пожалуйста, я на все готова пойти, пожалуйста, только мой аккаунт. Не трогай, пожалуйста, не трогай мой аккаунт, извините. Это я была. Вибрация, слышишь? Нет, Анетка, не делай это, она стрижется. Как стричь? Как? Я не умею. Вот так вот? Как? Я сейчас, подожди, надо научиться, сейчас. Это я не могу понять. Он реально все стригло? Реально? Не, мужики, надо говорить, что это пранк. Это какая-то габелла. Нет! Нет! Я подал, это пранк! Говорусь, извини! Тригусь! Стой! Стой! Дедушка Мороз! Тише! Тише! Что? Что это? Дедушка Мороз, пап! Ты что, ненормальная? Это... Ты ненормальная! Анетка, стой. Что? Стой, выключи. Ты что творишь? А что такое?
такое? Зачем ты волосы постриг? Это мне немного. Тише, тише. Да мне, да мне надо, чтобы бад не получил. Слушай, слушай внимательно, все. Обещаешь, что не будешь злиться? А можешь, пожалуйста, обещаешь отсюда начать, тише. А я... Обещаешь, что не будешь злиться? Обещаешь, что не будешь злиться? Вот тут волосы, тише. Я сама обещаешь, себе не будешь злиться? Смотри в камеру. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был пранк. Иди сюда. А-а-а! Иди сюда. Да ты что? Давай, давай. Мужики, продолжение в телеге. Всем пока.